Мистер Гарднер? Крис Гарднер. Здравствуйте. Доброе утро. Крис Гарднер. Крис Гарднер, очень рад. Крис Гарднер, очень рад. Я битые полчаса ломал голову над приемлемым объяснением своего непрезентабельного вида. Такого. Я хотел придумать историю, которая бы показала качество, которое вы, безусловно же, цените. Порядочность, трудолюбие, командный дух. В этом роде. И ничего не смог придумать. Меня арестовали в связи с неуплатой штрафов за нарушение правил стоянки. Правил стоянки? Да. И я бежал сюда всю дорогу от участка полицейского. А чем вы занимались перед арестом? Я красил стены в своей квартире. Краска-то высохла? Надеюсь. Джей сказал, вы настойчивый человек. Он больше месяца околачивался перед нашим зданием с каким-то тяжеленным чемоданом. И что, вы не дурак? Хотелось бы верить. И вы хотите освоить эту профессию? Да, сэр, хочу освоить. Уже почитываете литературу? Не сомневайтесь. Джей! Да-да. Сколько раз вы видели Криса? Даже не знаю. Мне запомнится этот раз. Он всегда так одет? Нет, что вы. Галстук, пиджак. Лучший в классе и в школе. Диплом с отличием? Да, сэр. Сколько было учеников? 12. Город маленький. Понятно. И также был лучшим в классе радиолокации на флоте, а там было 20 человек. Сказать можно? Я такой человек, что если задать мне вопрос, на который я не знаю ответа, я отвечу, что не знаю. Но поверьте, я знаю, как его найти, этот ответ, и я его найду. Разве это не главное? Крис, что бы вы сказали, если бы некто явился на собеседование без рубашки? Его взяли. Что бы вы сказали? Что на нем, наверное, были шикарные брюки. Ha, 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 ha.